Международные спортивные игры «Дети Азии» предоставили возможность проявить себя не только спортсменам, но и юным журналистам. 13 июля представители дирекции игр во главе с руководителем Эльмиром Валитовым провели встречу с детским составом пресс-центра. Около 30 начинающих операторов и корреспондентов из разных уголков Приморья будут вести репортажи, писать заметки и статьи о своих сверстниках. Наверное, я бы писала про гимнастику, потому что это очень красивый вид спорта. Мне он тоже очень нравится. Поэтому, да, наверное, гимнастика. Я бы писал про разные, чтобы, так сказать, разное мнение сформировать. Вот. Но вообще я раньше занимался тэквондо, поэтому, так сказать, чтобы вспомнить, мне было бы интересно об этом спорте. Проживать и вести работу юные корреспонденты будут вместе со спортсменами в лагере «Океан». Так они смогут лучше прочувствовать атмосферу игр и создать свой уникальный материал. «Океан» ждет уже медиаотряд, и тоже продумано, они будут жить отдельно. У них будут кураторы, педагоги-наставники у нас Елена Викторовна Каратаева, Александр Владимирович Потопяк. Будут среди ребят, которые у нас постарше, они тоже будут курировать эти отряды. Материалы, которые будут создавать представители детского пресс-центра на 7-х международных спортивных играх, будут опубликованы на официальном сайте «Владивосток-2022». Олег Завьялов, Полина Федоркина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.